Ребята, всем привет из Китая. Мы сегодня прилетели в город Урумчи, и отсюда у нас стартует очень мощный автопробег на Volkswagen Amarok. Мы доедем до Монголии, до Улан-Батора, поедем по пути древних путешественников. В общем, предстоит недельная чумовая экспедиция. И сегодня нам предстоит проехать первый отрезок, это 700 километров. Сегодня будет автобан, не будет интересных мест, но вот уже в последующие дни начнутся нереальные пейзажи. И посетим даже древнюю столицу Монголии, еще много чего. А сейчас мы находимся здесь на заправке, здесь все в колючей проволоке, на входе жесткий пропускной контроль, военные нас досматривают, на выезде тоже досматривают. Здесь оказывается, здесь вот в этом районе, вот эта республика, она такая все время стремится к независимости, и вот рядом с городом Урумчи, вот где находится республика, и недавно здесь вот произошли волнения, больше 2000 китайцев было убито местных, которые вот стремились к независимости. И после этого здесь введены особенные такие усиленные контрольные движения, и каждая заправка здесь считается стратегическим объектом, поэтому здесь как бы вот колючая проволока, военные, все такое. Ну все, я думаю, хватит немножко говорить, точнее немножко говорить, все, давайте ехать навстречу прикольным таким местам. Завершается второй день нашей экспедиции. Сегодня после обеда мы наконец-то выдвинулись из китайского приграничного городка в сторону границы с Монголией. Там у нас, конечно, долго занял весь процесс перехода. Китайцы очень нерасторопные, монгольцы немножко побыстрее. В общем, только вот практически к полуночи мы добрались до финальной точки. Проехали мы где-то километров 200 по шоссейной дороге уже по Монголии. И затем где-то по ощущениям километров 50 сюда, в сторону такой необитаемой полупустыни, где мы успешно разбили лагерь. Сейчас пойдем покушаем, позитивно потусим, и завтра у нас уже начнется полноценный монгольский трип. А еще с нами, к нам присоединился очень крутой гид по Монголии, его зовут Евгений, который вот нам поможет очень грамотно все изучить. Короче, ребята, завтра начнется конкретная движуха. Всем респекты, Вася! Окей, Вася! Ребят, на всякий случай напоминаю, что мы уже прям в самой Монголии. Мы уже проехали 80 километров.
Проехать нам еще нужно в два раза больше. Дело в том, что средняя скорость невысокая, потому что местами прям совсем такая гористая местность, и опускаемся до 10 км в час. Ну а сейчас мы находимся в высохшем русле реки. Здесь она была раньше очень огромная, это видно по множественным камням, которые раньше были на ее дне. И здесь находится огромное поселение, хотел сказать, не поселение, огромная, так скажем, аллея из саксаулов. Саксаул – это такое очень крутое дерево, которое отличается тем, что оно снаружи выглядит, будто бы оно мертвое, а на самом деле оно живое. И дело в том, что оно вниз, у него корени идут до 100 метров глубиной. И как раз вот там уже на этой глубине саксаульчик находит, где подпитаться, что покушать, да, где водичка, туда-сюда. Живут они, есть поговорка даже, китайцы друг другу желают здоровья, как саксаулиево здоровье, да, потому что есть как бы такое поверье, что саксаул живет чуть ли не 1000 лет, а после смерти он все равно еще 1000 лет живет. В общем, такие очень многолетние, столетние, вековые деревья. И мы вот здесь, сейчас у нас небольшой перерывчик на кушание, и потом рвем дальше вперед, юху, ура, победа будет за нами. Пау! У нас новый день экспедиции, и сегодня такой более серьезный спецучасток по размеру, 450 километров. Большую часть мы уже уверенно преодолели, осталось 120 километров до отеля, где наконец-то появится интернет, цивилизация, возможно, даже горячий душ. Знаете, очень удивляет то, насколько местный народ, монгольский народ, насколько они такие, знаете, люди-одиночки. То есть вот они селятся в этих юртах и живут десятилетиями просто где-то в степи, да, вне цивилизации, то есть общаясь там, не знаю, ну с единицами, так скажем, из тех, кто живет неподалеку. Volkswagen Amarok пока что радует тем, что ни одна машина еще ни у кого не сломалась из 8. И это с учетом того, что экспедиция-то не только вот здесь сейчас происходит, да, то есть из Китая в Монголию с нашим участием. До этого ребята из России въехали в страны СНГ, проехали, я сейчас, может быть, ошибусь по порядку, проехали Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, и потом уже в Китае там мы с ними воссоединились. То есть серьезное расстояние, серьезные условия. И тачаночка нормально все переваривает. Ребята, у нас новый день экспедиции. Сегодня мы к вечеру доедем до древней столицы Монголии, где посетим какой-то очень мощный, гигантский буддийский храм. Вот. Погода хорошая, сегодня едем по асфальту. И, как мы уже с Сашей сегодня обсуждали, Монголия учит ценить простые вещи. Например, ровную дорогу, да, асфальтированную. Это просто нереально круто, это лакшери тема. Затем, возможность спать в тепле, в отельчике, да. А горячий душ – это просто вообще нереальная бомба. Так что приезжайте в Монголию, и ваша жизнь станет лучше. Вы поймете, что у вас вообще все круто. Вот. Вы ездите по классным дорогам и принимаете теплые души. Мы сейчас прибыли в очень интересное место, которое
посвящено лошадям. Дело в том, что у монголов всегда особое отношение к лошадям. Лошадь – это у них друг, друг семьи. Почти у всех есть лошадь. В доме должно быть что-то связанное с лошадью. Как у нас, например, подковы любят, да? И здесь изображены на постаментах, размещены лошади, которые в свое время оказывались самыми быстрыми на местных соревнованиях. По сути дела, это ралли. То есть здесь у них периодически проходят соревнования, когда на конях у них происходят массовые забеги из точки А в точку Б. То есть спринт, да? Раллийный такой формат. Вот. И вот, например, здесь один из самых крутых монгольских коней. Вот 300 лет назад он выиграл ралли, где бежало порядка 1000 лошадей. Но вот эту штуковину я еще не трогал. Это буддийская, так скажем, молитвенная установка. Внутри у нее там мантра заряжена. И ее нужно как бы крутануть и пожелать всем-всем-всем удачи. Такой мощный излучатель удачи. Удачи вам! Один только пока есть, друзья мои, разочаровывающий момент. Мы сюда ехали за интересными местами. То есть нам организаторы еще до поездки сказали, что скинули программу, там было прописано, что мы посетим море фиолетового цвета, какие-то разноцветные пляжи, затем долину демонов, пагоду дракона. В общем, были прописаны нереально крутые места. И поэтому мы сюда отправились, чтобы их вам показать. Но мы когда гиду показали, собственно, список с этими местами, он на нас посмотрел, как на дурачков, да, то есть, и дал нам понять, что мы вообще едем мимо всего этого, да, и, ну, к сожалению, вот по части контента, поэтому получается несколько бедновато, да, то есть много однотипных пейзажей, и, к сожалению, крутых мест этих мы не увидели, нам их не показали, вот такая вот ошибочка вышла какая-то. Очень позитивный момент в подобных автопробегах, я считаю, заключается в моменте общения. То есть, что я имею в виду? Вот взять, допустим, нас с Сашей, да, городских жителей. Вот мы в Москве там носимся туда-сюда, всегда 100-500 дел. И трудно вот найти время для спокойного дружеского общения, да? Здесь же у вас несколько дней впереди, вы едете, спокойно общаетесь просто обо всем, вдоль и поперек. И вот так, знаете, как-то душевненько это. Поэтому ездите в автопробеги, пробуйте организовывать их сами и получайте кайф. В этом есть свой такой дух. Надо его как бы это оприходовывать. Мы сейчас находимся на территории очень древнего храма. Он был создан еще в 15 веке и создал его праправнук Чингисхана. А вообще же на этой территории, рядом с этим храмом, еще в 12 веке была создана древняя столица Монголии, на тот момент великой гигантской империи, которая простиралась вплоть до Восточной Европы, до Чехии. Да? Вот. И, конечно, масштабы на тот момент потрясали. В общем, в начале 20 века, в начале прошлого века Монголия освобождалась от Маньчжурии, то есть обретала независимость. Здесь была война, большевики, наш Советский Союз помогал Монголии в приобретении независимости. И когда вот после 20-х лет сюда к власти пришли вот коммунисты, то, к сожалению, начали по всей Монголии разрушать подобные памятники архитектуры. Не то чтобы памятники, а вот именно буддийские храмы, потому что здесь основная религия – это буддизм. И начали просто без разбора убивать всех монахов, уничтожать веру. И вот когда пришли уничтожать вот этот храм, его практически весь уничтожили, всех людей убили, но вот почему-то три старых здания по центру, которые находятся, их вот не тронули, да, то есть люди думают, что что-то вот такое, какая-то сила остановила, да, тех, кто принимали вот эти вот страшные решения по уничтожению.
Вот. Так в целом, конечно, чувствуется здесь какая-то энергетика, и некоторые здания наводят на мысль, что все-таки у буддистов есть какая-то связь с космосом, потому что здания космические. Доброго утречко! У нас наконец-то финальный день нашей части трансазиатской экспедиции. Сегодня мы достигнем столицы Монголии, Улан-Батора, покажем ее вам. Ну а сейчас мы добрались до песочных дюн. Здесь очень круто, правда, на улице дует адский ветер и очень холодно. Но это не помешает нам немного поднавалить на морочки здесь. Все хорошо. Друзья, надеюсь, вам удалось прочувствовать вместе с нами атмосферу и дух Монголии в рамках этого путешествия. Удалось проехать практически всю страну насквозь и увидеть, как живут здесь люди от самых заброшенных, так скажем, степей, да, до мегаполиса в виде столицы Улан-Батора. На этом завершаем наше повествование. Снизу ссылочка на мой инстаграм, на второй канал. И по традиции просим вас, если понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь. Всем до новых встреч и до свидания.